Будьте здравы, дети света. Этот сеанс будет против алкоголизма, против пьянства. Тех, кто считает себя в меру пьющим или знающих себе меру, просьба не смотреть этот сеанс, он вам не поможет. Те, кто остается, вы должны понять, что алкоголь в любом градусе, в любой бутылке и в любом количестве яд для вашего тела. Притом достаточно дорогой яд. Этот яд приносит вред не только вам, но и вашим близким. Поэтому прошу к этому сеансу отнестись серьезно и ответственно. Вы, в первую очередь вы, принимаете решение, что вам это не нужно. А я вам только помогаю. Сейчас я направлю к вам энергию Ра. Эта энергия очистит последние негативные мысли из вашей головы, и наполнит вас энергией Ра. В конце я посчитаю до 13, и это будет последней точкой в вашем опыте с алкоголем. Итак, я начинаю. Сядьте спокойно. Расслабьтесь, принимать можете в любом положении. Можете лечь с закрытыми глазами, сидеть с открытыми, сидеть с закрытыми. Главное, что вы настроены на этот сеанс и готовы принять это всей душой, с открытым сердцем. Я начинаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Поздравляю вас. Теперь вы не пьющий человек. Я очень рад. Спасибо за внимание.